Всем привет, друзья! Мы на набережной в Новом Свете находимся. Меня зовут Виталий Гнатюк. Вот. Сейчас 9 утра. Я даже не знаю, что я сейчас буду снимать. Тут увидел катеристов наших местных. Вот, думал, может их поснимать. Хотя бы разговоры. Или покажу, сколько сейчас на пляже людей. В общем, сейчас по ходу посмотрим. Мы в Новом Свете, кстати. Ребята, поехали катером пропагали. Туда катерочком, по минималочке, а оттуда пешочком, ребят. А это что за цветы посадили? Что это? Синие. Или это не цветы? Вот это вот скажу, что это. Вот это вот зацветет, скажу. Что это? Стекловато. Это линкоранская акация. Линкоранская? Да, линкоранская акация. Записывайте, мужчина. Вы мне говорите? Да, конечно. Давайте запишу вас. Тебе будет жарко, блин. Второй день зато босиком, блин. Босой. Тапочки на пол. У отдыхающих бедный капитан выпрашивает тапочки на тапочки полторашечку. Дайте полторашечку на тапочки. И я тебе, блин, сниму ее. Че ты? Ну. Ага. О, бля, пиздец, обеднели, блин. Катерочком поехали, ребята. Тропа Галиция. Туда, катерочком, оттуда, пешочком. Или на хороший пляжик отдохнуть поехать. Да мы там везде уже были. Да мы что же, ну да. Сейчас сниму тебя, полторашечку кто-нибудь на тапочке даст. Да. За прогулочку на катере. Вчера рассмеялись с мужиком, я предложил. Он говорит, что полторашечку, я только за 2,5, говорит, купил, блин. Ну вот видишь, надо повышать уже цены. Толя. Полторашечку на тапочке. Это прикол уже давнишний у него. Это уже старый капитан, дядя Вова. А катер Туман, если кто хочет прокатиться, может проходить. Он здесь возле чебурек очень часто бывает. Привет. Не объявляю. Не объявляю. А дельфины есть, кстати? Вчера были. Вчера были? А почем сейчас? Я не знаю, они 800 рубль возили. А ты почем? А я 700. 700? А, чё? Смотря где, да? Да, смотря где. На крайней географии дороже. Поближе, дешевле. Ага. Кстати, он на дельфинов тоже возит людей. Кто хочет прям в открытое море. Прям с катера. Катер едет. И дельфины прям рядом с катером как бы играются, прыгают. Такой аттракцион получается. С дикими дельфинами. Ну прикольно. Вот кто хочет тоже. Получается 700 рублей. Даже дешевле, чем у остальных. Здрасте. Я забыл, что священник поздоровался за руку. Так. Что у нас тут? Я не понял, почему они так... Эта юка уже начинает зацветать. Зимой, по-моему, дольше она держится. Рассказывает. Ну ладно, мы пока прогуляемся. Так, что у нас тут?
Что у нас тут? Накрыли, а шезлонги понаставили. Там, мне кажется, для такого количества людей нужно как минимум в два раза меньше шезлонгов ставить. Люди купаются, уже вода потеплела. Отеплело уже даже дети. Так. Так, что-то быстро цветы зацветают. В чем дело? Может, новые скоро пойдут? Как он сказал, какая-то коринфская акация. Я раньше думал, что это японская акация. О, смотрите, новенькие подошли. Новые подошли. Цветочки. Я не говорю, одни отцветают, другие сразу цветут. Цветочки какие. Даже не запомнишь каждую. Запашок небольшой есть. Запах. Точно как-то они быстро. Ну, сколько прошло? Может, пару недель. И уже зацвели. Зимой эта юка стояла, наверное, месяц, как минимум. Может, не поливает? Народ загорает. 9 утра только. Я бы спал сейчас. Если был бы на отдыхе. О! То, что мне нравится в розах, они все время цветут. Розы. Эти свеженькие подошли. Так, что здесь? О! Скоро откроют бар. Летнее кафе. Тут расставляют домики. Ой, то есть столики. Летнее кафе. Так вот интересно, вот этот кусочек этими ромашками занят. И все, и больше их нигде нет. Вот смотрите, вот желтая часть. Вот, пчелки тут летают. Самое, видимо, пчелиное место. А тут их сколько, капец. Сплошные пчелы. Тут еще жук какой-то приспособился. С этой стороны набережной уже поменьше людей, чем дальше от еды и от тапочек и от кепок, тем меньше людей. Это везде. Это на каждом пляже Крыма. Да, все, вода потеплела. Смотрю, уже голов, наверное, столько же, сколько и на пляже в воде. О,
Вот это что за цветы? Тут, конечно, что на лилии типа похоже. Ну, это не знаю у меня, почему лилии в голове. Ну, такие морские, знаете, как это из воды вылазит. Вот эти цветы я не знаю, как зовут. А вот еще. Скоро колючки будут цвести. Колючка. Ой, сегодня утро прям шикардос. Такое спокойное утречко. Это что за розы? А это что за розы? Такие букетиками цветут. Там чик, отрезал и все. Можно дарить уже. Только надо заранее посчитать, сколько их штук. Чтобы не вышло чего. О, тут уже мороженое продают. Мороженое. Стаканчики 80, да? Да. Эскимо 90. Понял. Литр газировки 70. Ну, это уже, в принципе, для набережной это нормально. Особенно на пломбир, потому что где-то в основном пломбир сейчас стоит где-то 60 рублей в магазинах. Вот. Так, что тут у нас? Вот здесь бы спуск бы сделали, было бы прикольно. Ну, хорошо. Не прикольно, но хорошо. Тут кусочек пляжа маленький, узкий. Чем ближе сюда, в эту сторону, в левую, тем уже пляж получается. Ну и меньше людей тоже. Смотрите, какая вода прозрачная. Аж вон метров за 20 видно камни. Даже отсюда, под наклоном, когда смотреть. Так, а если мы там с дядей Вовой съездим на Царский пляж? Наверное, не сегодня. Кстати, подписывайтесь на канал обязательно. Вот. И ставьте лайк. Особенно вот кто за дядю Вову, за поездку на Царский пляж. Так, ну, я уже жду, когда она будет цвести, конечно. Когда она цветет, это просто, ребята, шедевр. Просто шедевр. Даже я, живущий в Крыму, просто в шоке нахожусь. Так, сейчас пойдем, сходим на причал. Ой, класс. Сегодня, конечно, утречко. То, что надо. То ли прилив, то ли что. Здесь еще часть пляжа замыло водой.
На самом деле вот так вот оно где-то должно быть. Водичка. Мне интересно, как будет на камеру. Вот видно камни. Прозрачная вода настолько, насколько вот можно быть в воде прозрачной. Уже теплая вода. Все. Можно купаться спокойно. Тут аккуратно надо прыгать, если вы будете здесь. Здесь везде такие буи, плиты. Так, ну что, перемещаемся, наверное, в центр набережной. Так, ну и что у нас? Вот столько людей. Ребята, столько народу. Пойдем наверх. Зона отдыхания. Все здесь. Все на пляжу. Так, надо тоже, наверное, позагорать. О! Дядя Вова. Опять. Какие-то синенькие тут цветочки. Что за цветы? Сейчас такая утренняя охота. Утренняя охота. Вот первую ходочку нужно сделать. Первую экскурсию. Вот они все такие более с утра заряженные, эти капитаны. Так показали, что вот ты много народу показал. Люди просыпаются, идут на пляж. Люди звонят, люди приезжают. А звонить хорошо начали, сейчас уже бронируют. Погода наладилась, солнышко, жарище. Вода прогревается. Да смотрю, уже там половину народу с пляжа в воде сидят. А ну дай карточку. И чё? Да не зачем, ну... Ты интересный человек. Да. Своим даже дикарям. Да не надо. А, ясно. Телефон. Извини, что. +7 978 832 60 73. Владимир. Вот, что у нас тут по маршруту? Зеленая бухта, вдоль Новосветских бухт, морские экскурсии, Синяя бухта, Сквозной грот, Мыс Пещерный, Голубая бухта,
а также купание в открытом море, путешествие к стае дельфинов, катер «Туман». На тапочки полторашечку. Дайте полторашечку на тапочки. Так. Надо будет его как-то выцепить, чтобы на царский пляж прокатиться. Так, ладно. Пройдемся дальше. О! Все новые и новые цветы. Все новые и новые цветочки. Они вообще маленькие. Смотрите, какие маленькие. Это тоже розы же, да? Так. Плохо, что поставили вот эти вот тенты. Не видно, сколько людей. Кстати, они там шезлонгами заставлены. Под тентами. А, я понял, почему в ту сторону все уходят. Там шезлонгов нету. Ну, не все, конечно, но... Короче, если не хотите с шезлонгами пляж, то лучше в ту сторону, налево ходить. О, тут уже бар открыли, кстати. В прошлый раз я спускался здесь, что-то забито все было. Барабуля. Шаурма 300 рублей, донер 300, бургер тоже 300 почему-то. Кукуруза 100 рублей штука. Это что такое? Сок 70 маленький. Фреш. Пол-литра, 350 рублей. Здрасте. А, вот мороженое, шарик. Это шарик, да? 70 рублей, да? А, по весу 50 грамм. Так. Поедем потом как-нибудь. Так, ну это новенький, это не знает меня поэтому. Так, даже не местные. Ну что, ребята, что тут? Дальше там уже палатки. Кепками. А что, прогуляемся туда, наверное. Кстати, Екатерина закрыта. А что, Екатерина закрыта? Очень странно. Странно, Екатерина закрыта. Кепки, шляпы. О чем кепки? 500, есть 1000, если автомобильные. А вот это, допустим, сколько? Вот это 1000. А по 500 какие? Вот эти вот с этими? Такого вот, да, есть. А. Чуть выше, чуть другая. Вот это 500 стоит? Да. Ничего себе, нормально. Не-не, мне не надо. Я просто людям показать. А шлепанцы такие вот, допустим. Самые простые, наверное, да? 400-500 ниже, да. А где папе? Вон там возле соки и воды стоит. Блин, нормально 500 рублей. Для набережной такая вышенная. Я даже, может, себе куплю.
кепка. Я на Wildberries самую дешевую покупал. Там, думаю, так, для если что, за 300 рублей. Но она самая дешевая, короче, вообще никакущая. Ну так, для в случае чего. А это такая вышенная вся за 500. Ничего себе. Так. Вот такие пироги, ребята, на сном свете. Это все здесь с канатами закрыли. Кстати, вот здесь вот Парадиз был бар. Сейчас его переименовали. Хозяин умер года 3 назад. Вот. Даже вывеску еще не поставили новую. Но вот здесь вот я уже прочитал, как она называется. Где-то здесь я читал. Подожди, а где? Где-то здесь было название. Не понял. А, палуба, палуба. Оно вообще даже название почти не видно. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте лайк, обязательно подписывайтесь. Такие вот у нас прогулочки из Крыма. Катера еще стоят, как видите, с утра. Люди пока раскачиваются, еще пока ехать никуда не хотят, может, еще пока не проснулись. Вот такие пироги. Все, друзья, подписывайтесь на канал, лайк. Заходите в группу ВКонтакте, на Бусти подписывайтесь тоже. Подписка там символическая, но это поддержка канала. Там некоторые эксклюзивные материалы лежат и ранний доступ. Все, пока. Я тебе, блядь, сниму, ёпта.